Друзья, всем привет! И сегодня у нас на видеообзоре будет iPhone. Мы сегодня поговорим об iPhone, об одной такой проблемке, которая возникает очень часто, ну, постоянно на всех айфонах. Это что делать, если на iPhone села батарейка, разрядился телефон? Да, мы его очень быстро можем разрядить, если мы смотрим видео, играем там в игры, сидим в интернете. И когда сел iPhone, например, у нас зараз 23%, 30%. И что в этом случае делать, если у нас полностью сел? Нам нужно, есть желание еще пользоваться этим айфоном, но что нужно сделать для того, чтобы восстановить нашу батарею? Для этого нам нужно вот такой шнур, чтобы вход подходил к айфону. Вот здесь есть разъем, мы вставляем в этот разъем, в этот шнур. Вставили в этот разъем шнур, и с этой стороны у нас есть разъем, USB разъем. С этой стороны подключаем, нужно такой блочок взять, и вставляем в блок питания. И затем блок питания вставляем в розетку, и наш iPhone начал заряжаться. И через час он полностью, приблизительно полчаса, час полностью зарядится, и можно дальше пользоваться. Кому было полезно, ставьте лайки. Всем пока.